Лиза Алерт. В зоне поиска. Ранним сентябрьским утром Михаил Александрович ушел в лес за грибами. Домой он так и не вернулся. Заявка волонтерам отряда «Лиза Алерт» поступила вечером. Удается выяснить, что 74-летний мужчина ушел в лес с телефоном, однако на связь с ним выйти не удается. 8 волонтеров ночью выезжают в район поиска. До железнодорожной станции добраться на машине не удается, поэтому около километра они идут пешком по глине и лужам. Оттуда еще 1,5 часа до леса. Волонтеры делятся на 3 группы. Группы и начинают поиск. Неожиданно находят следы, судя по всему, Михаила Александровича. Прочесываются ближайшие районы, кругом лес, болото, поля, снова лес. В 4 часа утра активисты выходят к дороге. Поиски успехом не увенчались, а через 4 часа людям уже на работу. Волонтеров сменяет новая группа из 4 человек. И в этот момент приходит СМС. Этот абонент появился в сети. Поисковикам удается дозвониться до пенсионера. По описанию местности они определяют район, где находится Михаил Александрович, и выезжают. Однако вновь не удается найти следов. И тут неожиданно звонит родственница дедушки. Оказывается, ей позвонила некая женщина, которая встретила пенсионера в лесу и привела его домой. Найден жив, сообщают волонтеры координатору. За 3 года работы в Кировской области отряд «Лиза Алерт» помог вернуться домой почти 1000 человек. Вы можете присоединиться к отряду и поддержать его другим доступным вам способом. Позвоните и узнайте подробности 410-424. «Лиза Алерт» в зоне поиска.